99-й псалом призывает нас: «Воскликните Господу вся земля! Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его народ, и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его». Аллилуйя! Я верю, что сегодня мы пришли ради этого. Прежде всего, чтобы прославить нашего Господа. Вы знаете, мы приходим сюда служить. Служить прежде всего не друг другу, но служить Богу. И Слово Божие говорит: служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Я хочу, чтобы просто твое сердце сегодня было открыто прежде всего для того, чтобы служить Ему и идти пред лицо Господня. Аллилуйя! Восплещи Господу! О, пусть сегодня радость от Господа наполнит твое и мое сердце! Пусть сегодня торжество и ликование будет пред лицом нашего Господа! Иисус, мы прославляем Твое имя, потому что Ты спас нас! Ты был распят за нас! Ты воскрес, чтобы мы сегодня жили. Благодарим Тебя, наш Господь. О, я от всего сердца, Господь, мы хотим служить Тебе. Аллилуйя. Скажи сейчас: я пришел, чтобы служить Господу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Будь сегодня громким в присутствии Его, чтобы восклицать, чтобы открывать свои уста так, чтобы не слышать другого, чтобы небеса слышали твое пение, чтобы Богу было приятно это благоухание, исходящее сегодня из церкви, из храма Его. Аллилуйя! Аллилуйя! О, слава Тебе! Будем благословлять Его имя. Yeah.
Тебя. Благодарим Тебя за то, что не по делам нашим, не по заслугам нашим, но потому что Ты так сильно возлюбил нас и отдал Своего Сына Единородного, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. И мы, Господь, имеем эту жизнь. И мы, Господь, нашли эту жизнь в Тебе. Благодарим Тебя за Иисуса. Благодарим за благодать, данную нам во Христе Иисусе, в котором Ты благословил нас всяким духовным благословением в небесах. И мы благословенны Тобою, Господь. И мы благословенны Тобою. И церковь Твоя благословенна Тобою, Господь. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. И пусть Господь сегодня на этом месте, Твой Дух Святой наполняет каждое сердце. Господь, пусть будет свобода в Духе Святом. Пусть будет, Господь, свобода в Духе Святом. Аллилуйя. От всякого бремени, от всякой болезни, от всякого недуга, от всякого оков греха во имя Иисуса. О, Господь, в присутствии Твоем, в присутствии Твоем, в присутствии Твоем, Господь. Аллилуйя. О, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что церковь Твоя сегодня есть столб и утверждение истины Твоей, Господь. И пусть воистину это будет так. И пусть сегодня воистину церковь Твоя будет помазана, исполнена Духа Святого, исполнена огнем Святого Духа. О, Господь, мы ожидаем с верою, взирая на Тебя. О, да, Господь, благодарим за то, что все обетования в Тебе, да и аминь. Да и аминь. В славу Божию Христом Иисуса. Аллилуйя. О, спасибо Тебе, наш свободу от проклятия, с ним я буду.
Поднимается сейчас в духе. No.
You.